всем доброе утро еще раз. Ну, давайте я, значит, я продолжу то, что говорил Алексей, то, что сказал Алексей в прошлый раз. Но я бы хотел просто вас спросить про определение, поскольку мне самому интересно, чего там у вас там было. Поэтому я так напомню, что, значит, вы сейчас изучаете целостные кольца. Значит, если я правильно понимаю определение, то это у нас, значит, коммутативное кольцо без делителя нуля. То есть у нас должно быть это коммутативное, ассоциативное кольцо с единицей и без делителя нуля, правильно? Да. Да, не помню, блин. Ага. Так, а зачем мы делитель нуля выкидываем? Чем мне нравится? Потому что иначе мы браться не можем. Ага, да. Отлично. То есть мы делитель нуля добавляем для того, чтобы можно было там, если у нас написано равенство там P1PS равно Q1QL, мы там любим сокращать на одинаковые простые, на первых выкидывать. И как раз если без делитель нуля, то можем сокращать в равенствах там AX равно AY, тогда будет следовать X равно Y, если A не равно нулю. И мы задаемся вопросом, когда в этих целостных кольцах есть основная теорема арифметики. Что такое основная теорема арифметики? Мы хотим, чтобы каждый элемент был единственным образом представлялся в виде произведения простых. И что надо определить, что такое простой элемент. И у вас было такое определение, значит, что P из K называется простым, если P не 0, P не обратим, и из того, что P равно A умножить на B, следует, что либо A обратим, либо B обратим. Правильно? Какое определение было? Так, чем? Первая часть такая же. Сейчас, дайте я посмотрю, что там Алексей написал, что вы мне присылали. Написано просто, если его делитель это как звездочка и P умножить как звездочка и все. Но я это и написал только по-другому, да? То есть у него делители, то есть если вы распишете его, представите его как произведение двух элементов, ну да, ну, значит, его делители, у вас было такое, и его делители это K со звездочкой, объединенное с P умножить на K со звездочкой, да? Ну, это на самом деле то же самое, это я просто по привычке пишу, наверное, то, что я обычно пишу на лекциях. То есть, если он представлен в виде произведения двух элементов, то у нас либо А лежит в косо звездочке, либо Б лежит в косо звездочке. Ну, понятно, что если у делителя это так и есть, то тогда действительно все его такие разложения, это когда он представлен в виде ассоциированного с ним на обратимый элемент. Ну и наоборот, если у вас такое есть, то понятно, что его делитель, если у вас в любом разложении тот косо звездочки, значит, его делитель это либо косо звездочки, либо ассоциированный с ним, либо вот такое. Ну, наверное, это понятно, что это то же самое, но окей. Можно и такое определение использовать. Теперь, что значит, есть разложение на простые, да? Значит, существование означает, что любой, значит, у нас есть вот, как у вас кольцо обозначается? КР. Какими буквами кольцо обозначаете? К нормально, да? Значит, для любого x из k существует его представление в таком виде. Тут можно по-разному формулировать. Я сейчас напишу, как мне нравится, и тут можно дальше обсудить. Существует представление в таком виде. X равно u на p1 ps, где u обратим, а p1 и так далее ps у меня простые. Наверное, тут надо писать x не равный нулю. Любой нулевой элемент представляется в виде u обратимого на произведение простых. Значит, тут я немножко пишу по-другому, чем для натуральных чисел. Натуральные числа писали просто, что x представлено в виде произведения простых, а я здесь специально добавляю еще обратимый элемент.
В принципе, можно этого не делать, но тогда мне нужно писать. То есть я это делаю, чтобы не забыть, что у меня разложение определено с точностью до положения на обратимые элементы, потому что, конечно, я эти простые могу домножать на обратимые, и разложение не поменяется. А еще я специально здесь его написал, чтобы мне здесь не писать, что x не ноль и не обратим. То есть ну, для любого обратимого элемента у меня есть тоже представление, когда я пишу x равно x. Поэтому вот я поэтому здесь добавил этот сомножитель u. А единственность означает... Означает, что, ну, словами, два разложения, значит, разложения одинаковы, разложение единственно с точностью до перестановки сомножителей и ассоциированности, до перестановки сомножителей. Перестановки сомножителей и ассоциированности. То есть, если, ну, формулами так, если у меня написано такие два разложения, u равно u на p1 ps, w на q1 и так далее, ql, то у меня обязательно, ну, где у меня u и w обратимые AP1, PS и Q1, QL простые, то у меня обязательно S равно L, и существует перенумерация, после которой у меня для любого G PIT, PJT будет ассоциировано с QJTом. Да, но ассоциированность я не написал, я уже ее немножко про нее говорил. Ассоциированность. Два элемента ассоциированы, если они отличаются на... Можно по-разному говорить, но самое простое, что они отличаются на обратимые элементы. Значит, два разложения одинаковые, если у них при перестановке, значит, количество сомножителей простых одинаковое, и можно перенумеровать так, чтобы они были ассоциированы. То есть понятно, что я могу на ассоциированность заменять, это будет то же самое разложение, но если, да, ну в этом и вся свобода заканчивается. Я могу их переставить сомножители и заменять ассоциированные. Значит, у вас, ну я на всякий случай скажу, что такие кольца называются факториальными. Ну, обычно, то есть можно в общем виде определять, но я обычно говорю, что, значит, область целостности K, для которой это выполнено, называется факториальным. Значит, целостное кольцо K от A называется факториальным. Ну, можно это не запоминать, у вас, я не знаю, Алексей, если не будет влиять, это не страшно. Но в всех случаях в литературе это называется кольцо, называется факториальным. Ну, по-английски называется трехбуквенной ассоциации UFD, называется Unique Factorization Domain. Unique Factorization Domain. Domain означает, что целостное кольцо, factorization — это, собственно, разложение, unique означает единственность, единственное кольцо с единственным разложением на множителе. Вот такая аббревиатура есть в англоязычной литературе. И мы хотим понять, когда можно, когда есть у нас основные арифметики. Я так понял, что Алексей вам долго объяснял, что вот когда мы хотим доказать единственность, то нам достаточно сделать следующее, что для любых а и б не нулевых существует общий делитель d и какие-то x, y из k, такие, что ax плюс by равно d. Вот если такое выполнено, то тогда всегда есть единственность. Правильно, да? Что-то такое даже должен был объяснять. И мы хотим найти какое-то свойство для целостных колец, которое бы нам позволило, во-первых, доказать вот это, и во-вторых, чтобы доказать существование. Само существование нужно проверить. А единственность достаточно вот этого. Ну и если вы
берете там, помните натуральные числа, то в натуральных числах, ну да, я не знаю, были ли у вас доказательства какие-то основной теоремы арифметики. То есть я в курсе УКТЧ рассказываю несколько разных, но у вас УКТЧ был по выбору, а доказывали вам на алгебре прям строго или нет, я не знаю. Но для натуральных чисел есть три доказательства. Одно по индукции, которое не обобщается, а два других они используют, ну, один использует алгоритм Эвклида. Ну, а второе — некоторые свойства подмножения натуральных чисел, к которым мы тоже, может, перейдем. Но хочется, значит, что такое алгоритм Эвклида? Это мы делим с остатком А на Б, потом делим Б на остаток, потом делим остаток на остаток, и так пока не закончится. Хочется понять, можно ли это обобщить на какие-то кольца. То есть что значит, что в кольцах есть деление с остатком? Можем ли мы это вести каким-то образом так, чтобы это, во-первых, было разумно, продолжалось с натуральных чисел, и мы могли это проверить, то есть мы нашли бы кольца, для которых это работает. Ну, вот, оказывается, что такое есть. Это называется, тоже по этому слову, называется Евклидово кольца. Значит, Евклидово кольцо. Ну, то давайте подумаем, что нам нужно. Что такое деление с остатком? Мы хотим, чтобы нашлось для каждого двух нулевых чисел нашлось частное Q и остаток R, такое, что R должно быть поменьше, чем то, на что мы делим. То есть мы хотим, чтобы A было бы Q плюс R, и в натуральных числах мы говорим, что R меньше, чем модуль B, и больше либо равен нуля. То есть мы хотим, чтобы на нашем кольце мы могли как-то сравнивать элементы друг с другом. Понятно, что в произвольном кольце мы так сделать не можем, поэтому здесь мы должны вести какую-то метрику, как-то сравнивать элементы. Поэтому мы говорим следующее, что, значит, Евклидово кольцо — это область целостности, целостное кольцо K, в котором есть, в котором можно сравнивать числа. То есть мы для каждого числа, для каждого элемента присвоим какое-то ему, например, натуральное число, чтобы мы могли их сравнивать. Поэтому отображение называется нормой, с нормой n, которая каждому ненулевому числу сопоставляет некоторое неотрицательное натуральное число. И дальше мы должны написать что-то вот в духе этого свойства. Ну, давайте я напишу два свойства, которые нам будут полезны. С нормой, для которой выполнено два свойства. Во-первых, для любых ненулевых а и b норма АВ, она больше либо равна, чем норма А. То есть это нам очень поможет для доказательства существования, что если вы умножаете числа друг на друга, то у вас норма не уменьшается, а вообще в общем случае увеличивается. Поэтому у вас у сомножителей норма не больше, чем у самого числа, и значит можно подвести индукцию по норме. А второе — это, собственно, деление с остатком. Это мы говорим, что для любых а и более нулевых найдется частное q и остаток r. Такое, что a равно bq плюс r, и либо r равно нулю, либо его норма строго меньше, чем то, на что мы делим, то есть норма b. Так, давайте я правильно напишу. То есть мы просто переформулируем деление с остатком для произвольных колец. Только так как у нас мы их не можем сравнивать, мы вводим специальную норму, которая, собственно, за нас сравнивает элементы друг с другом. И мы говорим, что такое возможно. Ну и нам хочется доказать, конечно же, что в Евклидовом кольце есть основная теорема арифметики. Это вот наше утверждение, которое мы хотим проверить. Ну давайте я скажу пример Евклидовых колец,
чтобы было понятно, что если вот мы эту теорему докажем, давайте что тут теорема, если мы докажем, то мы сразу получим, что в тех кольцах, которые эвклидовые, в которые мы можем придумать такую норму, там работать с теоремой арифметики, поэтому можно раскладывать на множество единственным образом и этим пользоваться. Какие есть примеры? Ну, понятно, что значит, сходный пример — это у нас кольцо целых чисел. А норма там это что? Ну, это просто модуль числа. Это будет неотрицательное число. Такое, что при произведении у вас модуль АБ больше, чем модуль А, ну и здесь остаток у вас есть. Дальше, ну также вы, наверное, знаете пример, я не знаю, вы доказывали, что многочлены над полем это там работа с теоремой арифметики. Если ли многочленов с коэффициентами в поле деление с остатком, у вас было такое на курсе алгебры? Было. На чем мы в качестве нормы возьмем? Значит, мы хотим, чтобы определение многочленов друг от друга с остатком, у остатка что-то меньше, чем у того, на что мы делим. А что у него меньше? Размерность. Ну, размерность. Как размерность многочлена называется? Степень, да, правильно. Берем степень многочлена просто. Опять же, в произведении двух многочленов степень как минимум больше, чем одного из них, и есть деление с остатком. Ну, я на всякий случай замечу, что мы здесь пишем n не отрицательное целое число для удобства, например, потому что вот в таком примере у меня константа будет степень 0. То есть норма константа будет 0, поэтому я 0 добавляю. И для этого примера я у нуля не делаю никакую норму, потому что у многочленов норма нуля — это минус бесконечность. Но это замечание к определению. Тут видите, тут, то есть, почему я пишу здесь натуральное число больше или равно нуля? В принципе, тут можно писать там любое множество, у которого для каждого элемента есть конечное число меньше данного, и оно линопорядочено. Но мне проще натуральное число здесь написать. И почему я здесь не пишу 0? Ну, в принципе, есть разные определения, можно, в принципе, 0 добавлять. Только нужно тогда тут аккуратно все прописывать немножко по-другому, поскольку, вот, например, для многочленов там степень нуля у нас не определена, ну или минус бесконечности, или еще что-то, вот надо с этим что-то сделать. Кроме этих двух колец, которые вы уже знаете, теперь у нас будет еще два примера, ну или три даже, которые, если мы докажем, то мы сразу можем пользоваться теоремой арифметики. Это вот, ну, какие у нас еще есть кольца, похожие на Z, которые чуть больше, чем Z. Ну, к Z надо что-то добавить. Что можно добавить к Z? Понятно, что если мы добавим, то есть надо добавлять не очень много, чтобы размер не слишком увеличился. Поэтому мы возьмем и добавим какие-нибудь квадратные корни. Например, Z от I, Z от корней из двух I, или Z от омега. Так, ну, я не знаю, наверное, что-то гауссовые числа у вас уже были, да? Не было, были. А числа Эйзенштейна тоже были? Или нет? Числа Эйзенштейна. Ну, значит, чтобы у вас не сильно увеличить Z, надо добавить, ну, как обычно это устроено, что значит добавить к Z, да? Это вы берете Z. Z у вас лежит в каком-то большом кольце, например, в комплексных числах. И вы можете взять любое комплексное число и рассмотреть, и добавить его к Z. Ну, что это такое формально? Да? Это можно сказать, что вы берете просто многочлены все многочлены и подставляете вместо переменной Z, получаете число. И вот это множество чисел, которые таким образом получаются. Можно сказать, что это минимальное кольцо в C, которое содержит Z целые числа и вот это комплексное число. Понятно, что если мы хотим, чтобы это было как можно меньше, то есть у нас там многочлены есть там A0 плюс 1Z плюс A2Z в квадрате плюс и так далее. Понятно, что тут может быть много переменных, поэтому ну, в некотором смысле размерность может быть довольно большой или даже бесконечной, если у вас в Z нет никакого многочлена, который обнуляет. Обнуляется многочлен целым коэффициентом, но, например, если вы возьмете какое-нибудь число π, то
у вас размерность будет как бесконечной. Мы хотим, чтобы было как можно меньше, то есть, например, оборвалось тут. Поэтому мы хотим, чтобы у нас z было корнем многочлена с целыми коэффициентами над z. Ну вот, у нас есть разные квадратные уравнения, например, там x квадрате плюс 1, у него корень i, поэтому гауссовые числа это будет просто a плюс bi, где a и b целые числа. Ну, какие еще квадратные уравнения бывают? Вот можно взять x квадрате плюс 2 равно 0, тогда будет корень из 2i. А можно взять кубический многочлен, значит, кубический корень из единицы не равно единице, то есть омега это у меня такое хитро комплексное число, которое, ну вот у нас есть многочлен x в кубе минус 1, уравнение x в кубе равно 1, у нас там есть решение тривиальное x равно 1, но если на него разделить, то получится многочлен x в квадрате плюс x плюс 1, и вот омега это вот его корень. Ну то есть омега на самом деле равно, так я даже знаете, на всякий случай напишу, это там типа корень из 2, сейчас, что-то минус 1 вторая плюс корень из 3 пополам i. То есть можно рассматривать вот такие числа, можно в принципе попробовать рассматривать здесь положительные корни, то есть корень из двух, корень из трех, и проверить для него тоже выполнить, то есть взять уравнения там вот такие вот. То есть добавлять что-то попроще. Конечно же, если мы там хотим рассуждать про великую теорему Ферма, то если мы хотим решать вот такие уравнения, то мы хотим, конечно, добавлять какой-нибудь корень n на степени из единицы, потому что вот эта штучка раскладывается, ну если у нас n, ну вот эта вот сумма, она раскладывается в произведении скобочек над кольцом, в которое к z добавляется корень на степень единицы. Но это просто сложнее, потому что корень на степень единицы, значит, вам нужно добавлять, ну вот у нее размерность может быть довольно большой, но мы пока рассматриваем размерность 2, да, то есть мы хотим добавлять корень квадратного уравнения. Ну давайте мы сейчас обсудим, почему вот, например, вот эти 3, это точно эвклидовые кольца, и поэтому для них, если мы докажем нашу теорему, для них точно будет выполнена основная теорема арифметики. Ну, давайте посмотрим на гауссовые числа. Я их сейчас нарисую. Это такая, значит, мы берем просто целочисленную решетку, то есть берем просто на многоплясной плоскости все точки с целыми координатами. Как вы думаете, что мы возьмем в качестве нормы? Да, ну понятно, что хочется взять, во-первых, что-то нужно быть целым, и во-вторых, ну у нас на комплексных числах есть, по крайней мере, длина, можно перевести длину. Но здесь мы возьмем в качестве нормы а плюс b, мы возьмем просто a в квадрате плюс b в квадрате, ну то есть квадрат модуля этого числа. Могли просто модуль взять, но модуль у нас не совсем натуральное число, а квадрат модуля как раз хорошее число, оно будет натуральным. Ну и даже у нас выполняется, то есть первое свойство говорит о том, что норма АВ больше, чем норма А, но у нас, конечно, будет даже выполнено больше, у нас даже будет N норма ZW, она на произведении норм, а норма у всех нулевых чисел как минимум единица, поэтому, конечно же, вот это будет тоже верно. У нас это натуральное число, и это, естественно, больше, чем норма Z, потому что для всех чисел норма W как минимум единица. Ну а вот здесь видели на число 0. Да. Хорошо, теперь я хочу доказать более сложную вещь, а именно, что существует деление с остатком. Значит, я хочу, вот у меня есть два каких-то, ну тут у меня, я просто привык, что оба целые, поэтому давайте я про деление с остатком напишу, что вот у меня есть там ZW, я хочу Z разделить на W с остатком. Я хочу доказать, что такое возможно, и даже мы поймем, для каких вот таких колец будет работать деление с остатком, а для каких уже не будет работать. Тут я сделаю трюк и перейду к... Ну, а комплексные числа все-таки поле, поэтому я могу делить друг на друга элементы. Давайте мы, вот, мы хотим, чтобы z равнялось w на q плюс r. Причем мы хотим, чтобы норма r, ну, либо r равно нулю, и тогда все хорошо, либо норма n должна быть меньше, чем норма w, то есть модуль в квадрате меньше, чем модуль в квадрате. Давайте я это равенство разделю на w.
получу вот такую штуку. Z делить на W это Q плюс R делить на W. Причем модуль R делить на W должен быть строго меньше единицы. Ну, я могу делить, потому что я в комплексных числах могу делить. А, смотри, что-то происходит. У меня есть где-то здесь на плоскости есть число z от w. У меня они оба не нулевые, поэтому я могу их друг на друга разделить. И у меня где-то здесь есть число z от w. Где-то оно здесь написано. А, я хочу к нему найти такое q, а q это у меня элемент моего z от i. То есть такую точку решетки, чтобы их разность была как можно меньше. Мне нужно, чтобы это было по модулю как можно меньше. Поэтому, если нарисовать покрупнее, то, что я делаю следующее. Я беру... Давайте я тут нарисую. Вот эта точка ZW, она у меня попала в какой-то квадратик. В какую-то ячейку моей решетки. И я хочу найти Q такое, чтобы разность была поменьше. Но понятно, что я выберу просто ближайшую точку решетки. Это будет вот в данном случае, например, вот такой Q. А это значит, что у меня R делить на W, это будет вот этот отрезочек. Вот, то есть, если я перенесу его в ноль, то у меня там это... То есть, длина этого отрезка, это, собственно, будет модуль R делить на W. И мне нужно, чтобы он был поменьше меньше единицы. Ну, понятно, если у меня... Ну, у меня же квадрат со стороной 1. Поэтому точка, на которой находится на максимальном удалении от вершины, это центр квадрата, и у него расстояние здесь будет корень из двух пополам, которое меньше единицы. Поэтому уж точно, какую бы точку внутри квадрата я ни выбрал, всегда я могу найти расстояние до ближайшей точки квадрата, у меня будет по модулю меньше единицы. Но вот это и доказывает, что у меня есть деление с остатком. То есть у меня, если я возьму и нарисую z на W, возьму ближайшую вершину, если несколько вершин есть, то любую возьму ближайшую, мне все равно какую, и тогда расстояние до нее будет меньше, чем по модулю единица. Это доказывает, что если я возьму вот эту Q в качестве частного, то остаток R будет вот удовлетворять этому неравенству, а значит будет выполнено вот это свойство. Так, это понятно? Или тут надо подумать? Не, ну вообще норма это квадрат модуля, поэтому я могу, в принципе, определить его для всех. Ну, это квадрат модуля, могу для всех комплексных чисел определять. Но для кольца мне, ну, для кольца мне нужно только значение в этих точках. Ну, то есть, видите, я здесь перешел от нормы к модулю и дальше пишу про модули. То есть это равносильные условия. Но у меня формально здесь R и W это элементы кольца. Но когда я пишу часто, я уже говорю про просто комплексное число. Ну, это. То есть. Я как бы беру квадрат модуля и ограничу его на, только на статы и вот определяю норму таким образом. То есть из-за того, что у меня ячейки довольно маленькие, мне всегда найдется точка решетки, ближайшая к любому числу на расстоянии не больше, чем единица. И поэтому у меня получится делить с остатком, то есть разделить так, что у меня вот модуль квадрата остатка, она меньше, чем модуль квадрата того, на что я делил. Ну, понятно, что я тут не написал. Если у меня разделилось, то я равно нулю, ну, тут все хорошо. Если она точка попала в вершинку, то ничего не надо делать, уже все готово. Ну, в принципе, я мог бы это... Ну, тут можно разными способами это доказывать. Можно, в принципе, было алгебраически это сделать. То есть вот я... Если вы прям хотите найти Q, то понятно, что вы делите R на Z на W. Тут у нас написано A плюс BI, тут C плюс DI. Я могу это привести, ну, домножить на сопряженное. И у меня получится какая-то точка с торсальными коэффициентами. И дальше я просто беру и смотрю, там, выделяю ближайшее целое число, беру. То есть, либо если это меньше 1/2, то беру поменьше, если больше 1/2, беру побольше. Ну, и остается какое-то число, у которого обе координаты меньше 1/2, поэтому в квадрате будет длина меньше единицы. То есть, можно алгебраически это доказывать. Или, например, можно еще ту же картинку нарисовать немножко по-другому. Так, я на всякий случай это я так на вырост говорю, что, ну, то есть я прям не хочу делить, и какие-то расстояния числа появляются, мне это не хочется делать, то на самом деле я могу просто нарисовать, как бы, ну вот, давайте я так вас спрошу. Понимаете ли вы, например, вот у меня W здесь.
Вот у меня W. А, можете мне сказать, какие вообще числа делятся на W? Как они выглядят? Числа из зататы, которые делятся на W. Не, я хочу, как мне на решетке обозначить эти точки? Что это будет за подмножество? Вот если вот сейчас обезжу в кружочек все точки, которые делятся на W, что я получу? Как это будет выглядеть? Давайте я сейчас W чуть поменьше сделаю, чтобы не влезл рисунок, а то я сейчас чувствую, не поместится. Ну, смотрите, тут вообще... Так очень все геометрически красиво, потому что, ну смотрите, на что делится W? Ну, во-первых, там, ну, понятно, что там 0 делится. Потом я могу написать сопряженные, ассоциированные. Ассоциированность W это какие, знаете? Ассоциированность W это? Ну, мы же домножить на обратимые элементы. Какие у нас обратимые элементы за ты? 1 минус 1. Да, значит, я должен вот тут нарисовать квадратик. Ну и дальше я могу вот рисовать, если я буду рисовать, сдвигаться на W, то у меня будет получаться такая вот, ну, видно, получается, какая-то есть прям хорошая структура. И на самом деле сложно понять, что если вы, ну как, вы хотите сказать, что там, допустим, Z это W на что-то, на какое-то U. Значит, это мы должны W умножить на A плюс BI. То есть на самом деле это А на W, где А целое, плюс Б на W на И, где Б целое. То есть вы берете вектор W, берете вектор WI и просто на них натягиваете решетку. Да? То есть если вы напишете числа, которые делятся на W, то это будет под решетку, исход решетки, натянутая на вот эти два вектора. То есть она будет тоже ортогональная решетка, просто у нее будут ячейки покрупнее. Ну и в этом смысле... Вот деление на W это просто перевод решетки в исходную. А если я хочу вот это сделать, то я могу просто так же сказать, что смотрите. Вот я нарисовал такую решетку, и дальше у меня Z попал в какой-то квадратик. Вот у меня Z это элемент, который попал в какой-то из квадратов моей уменьшенной решетки. Ну и опять же, я беру ближайшую вершину квадрата, вот, например, вот эту. Это у меня будет Z на Q. Это будет у меня W на Q. Ну а... Дальше я должен померить вот это расстояние, то есть вот эту разность, и сказать, что эта разность будет меньше, чем длина этого отрезка будет меньше, чем W, длина W, потому что я сижу внутри квадрата, поэтому у меня, опять же, максимальное расстояние такое резко пополам. Ну вот, то есть эта картинка, это похоже на то, что мы делали вот здесь, а только без деления. Тоже можно себе это попредставлять. Хорошо, теперь давайте вопрос. А для каких еще ячеек, когда, значит, насколько можно увеличить эту ячейку, чтобы это вообще работало? Так, ну, давайте я тут пока сотру. Определение, если что, мы установим. А, например, берем Z и добавляем корень из двух I. Как вы думаете, какие там будут ячейки? То есть у меня, да, какого размера будут ячейки? То есть вот это числа вида А плюс Б корней из двух И. Какие там будут ячейки? Один корень из двух. Какое максимальное расстояние до вершины будет? Значит, у нас корень из трех диагональ, максимальное расстояние до вершины от центра будет корень из трех пополам. Но корень из трех пополам он все еще меньше единицы, поэтому автоматически это кольцо тоже эвклидово. Если вы берете числа Эйзенштейна, в числах Эйзенштейна, не знаю, рисовали вы их или нет, но, значит, у нас, давайте я тут кусочек нарисую отдельно. Значит, вы берете, добавляете корни кубических единиц, то есть у вас есть нолик, единичка, и вы добавляете еще вот здесь, вот это вот омега, это минус 1 вторая плюс корень из трех пополам и, то есть это мы берем единичную окружность и берем под углом 120 градусов. Я тут, конечно, рисовал, наверное, 45. Сейчас как 135, нужно 120, наверное, вот тут где-то будет. Что-то такое должно быть. И вы натягиваете решетку на вот эти два вектора. Ну, получается такая вот треугольная решетка. То есть у вас будет здесь ячейка. Это будет равносторонний треугольник со стороной 1. Но, опять же, если возьмете равносторонний треугольник со стороной 1, то вы можете проверить, что
точка, которая находится на максимальном расстоянии от вершины, это центр. Ну, и тут расстояние какое будет? У нас высота это корень из трех пополам, а центр находится на 2/3, поэтому это будет корень из трех на три, и это тоже будет меньше единицы. Поэтому и в чистках Эйзенштейна, используя тот же самый трюк, мы получаем, что у нас никакая точка внутри треугольника не будет отдалена больше, чем на единичку, и значит, у нас это кольцо Евклидово. Ну и можно еще вот там для некоторых колец тоже это подоказывать, то есть кроме омеги можно взять еще, например, кольцо, скажем, z от минус 1/2 плюс корень 7 и пополам тоже будет работать. Вот это можно там проверить. То есть, если мы этот треугольничек немножко вытянем, и тут будет высота не корень из 3 пополам, а корень из 7 пополам, то тоже будет работать. Ну вот, например, если мы возьмем чуть побольше, чем корень из 2 и, то есть z от корней из 3 и, то у нас все ломается. Давайте я тут нарисую. Если мы возьмем чуть-чуть побольше z от корней из 3 и, то ячейки там будут размера 1 корень из 3, корень из 3, диагональ будет 2, значит, эта точка будет ровно единичка. То есть мы вот здесь выходим на равенство. У нас здесь получается, что есть такие точки, могут быть такие точки, которые находятся на расстоянии 1, и поэтому, когда мы делим с остатком, у нас остаток будет такой же длины, что то, на что мы делим. И не получается. Ну, ничего удивительного, потому что для z от корней из 3 и у нас не работает основная теорема арифметики. Кто-нибудь может сказать, почему? То есть можно привести число, у которого есть два разложения разных в таком кольце. z от корней из 3 и. То есть мы вот здесь выходим на равенство. То есть евклидовость не получается. По крайней мере, с такой нормой. И она вообще не может получиться, потому что все евклидовые кольца, в евклидовых кольцах всегда работают с основной теоремой арифметики, а в z корень из 3 не работает с основной теоремой арифметики. Но это, опять же, друзей нужно доказывать. Ну как? В этом году берете четверку. Я утверждаю, что четверку можно двумя разными способами представить. Ну, во-первых, 2 на 2. Это вроде понятно. А еще каким способом можно разложить в таком кольце? Да, можно рассмотреть как 1 плюс корень из 3 и на 1 минус корень из 3 и. Ну, только пока что ничего не доказано, потому что нужно проверить, что вот эти оба все элементы здесь простые. Это отдельное. Вот, ну, то есть нужно, опять же, в этом кольце вести, сказать, что мы рассматриваем ну, такую норму. То есть мы это каждого числа можем посчитать его квадрат модуля. Это будет натуральное число. И если число делится на другое, то его норма делится на норму. Поэтому если у вас число простое, когда мы, то есть если мы, ну вот, мы получим, что число двойка и 1 плюс корень из 3, у них обоих норма 4, но при этом число с нормой 2 в этом кольце нет, поэтому никаких делителей с нормой 2 не бывает, значит, ну вот из этого вывести, что эти числа простые, это пока вот непонятно. Я, может быть, я оставлю, наверное, в качестве этого упражнения на семинарах, если его еще не было. Если мы это докажем, и они не ассоциированы, потому что ассоциированы могут быть только числа в z от корней из 3 и ассоциированы могут быть только числа, отличающиеся знаком плюс-минус. Поэтому у нас получилось, что есть два разложения, в котором эти множители не ассоциированы. Ну и значит, это кольцо не является факториальным, то есть там не работает с основной теоремой арифметики, и поэтому ни для какой нормы это не евклидово кольцо, и действительно вот у нас вышло тут на равенство, и все, и у нас все ломается. Поэтому здесь список такой короткий. То есть я здесь пишу только и корень из 2 и, корень из 3 и уже не работает. Вот с омегой, на самом деле, можно продолжить. Вот у меня омега это минус 1 вторая плюс корень из 3 пополам и. Можно здесь написать корень из 7 и даже можно написать еще корень из 11. Я так напишу. Но, и опять же, у нас дальше все ломается, потому что эти ячейки, в этих ячейках треугольник становится очень вытянутым, и туда попадают точки из... Уже не получается расстояние сделать меньше единицы в таком треугольничке, и опять же все ломается. Отдельный вопрос, что работает вот тут вот. Если мы берем и честные числа, то все становится немножко сложнее. Я, наверное, пока не буду, то есть у меня времени очень много осталось, я хочу еще успеть пока не обсудить, почему тут работает основная теорема арифметики.
Но вот если говорить про вещественные числа, то там все сложнее, потому что у вас нормы нормальной нет. Давайте я про это скажу замечание. Ну, наверное, можешь, то есть, для, то есть для колец, которые получаются добавлением комплексного корня, можно просто выписать список. Вот я выписал список, это 5 колец. Это все кольца, которые эвклидовы, и которые получаются добавлением квадратного корня, который невещественный. Других эвклидовых колец нет, можно это вот проверить. Что касается вещественного случая, когда у нас мы удаляем корень вещественный, то там просто нет списка. То есть там есть какой-то список тех колец, когда это эвклидово, и он, я, если я правильно понимаю, он неполный, потому что там для каких-то чисел проверено, для каких-то не проверено. В чем тут сложность? Ну вот вы берете этот корень из двух. Ну, хочется сделать что-то похожее. А именно, ну, сказать, что вот у нас есть числа вида плюс b корней из двух, и ввести на них норму. Ну, какую норму можно ввести на числах вида плюс b корней из двух? Ну, опять же, по аналогии с вот этим, мы хотим домножить на сопряженное. Но если вы домножаете на сопряженное, то есть a плюс b корней из двух домножаете на a минус b корней из двух, у вас получается a в квадрате минус 2b в квадрате. И тут начинаются проблемы, потому что тут-то это было, значит, ну, это не отрицательное число, по сумме не отрицательно. А здесь это не отрицательное число, а разность может быть какой угодно. Поэтому если мы хотим, то есть формально у нас даже может быть какое угодно большое отрицательное число, поэтому такая норма плохая. Но надо делать тогда модуль ее, взять модуль, это будет получше. И действительно там что-то будет работать, например, если возьмете произведение таких чисел, то у нас нормы перемножаются, но уже с обратимыми элементами начинаются проблемы. Опять же, я не знаю, говорили вам на лекциях или где-то еще про, там, например, для каких целых чисел, как для целых чисел, ну или для натуральных, это примерно то же самое, есть решение такого уравнения, это называется уравнение Пеля. Ну и в отличие от z от i, где у вас было обратимых элементов 4, то есть тут 4 обратимых элемента, z от корня из 2 их только 2 плюс минус 1. В числах Эйзенштейна, ну, наверное, понятно, что у меня это будут только числа, которые на единичной окружности лежат, если вы это не проверяли. То есть здесь их мало. То вот у такого неравенства, у такого равенства у него бесконечно много решений. Например, ну, надо взять какое-нибудь нетривиальное решение. Например, вы берете решение, что там, 3 и 2, да? А равно 3, b равно 2. Работает? Работает. Я уже сказал, что если у вас, значит, при перемножении чисел нормы перемножаются. Ну, для комплексных чисел, вы знаете, это свойство комплексных чисел, но здесь тоже ровно то же самое, потому что мы просто вместо того, чтобы сопрягать на i, сопрягаем корни из двух, поэтому доказательство оно ничем не отличается. Для сопряженных чисел можно это непосредственно проверить или там используя сопряжение. Поэтому, например, если я возьму a плюс b корни из двух и сдую его в квадрат, у него норма тоже будет единица. И в кубе будет единица, и в четвертой степени будет единица. А если у вас будут здесь в квадрат, то у меня числа будут только увеличиваться. Ну, это вот, знаете... Ну, я не знаю, опять же, говорили, то есть я, например, возведу в квадрат, у меня есть 3 плюс 2 в квадрате, я его возвожу в квадрат, получаю там, что получаю, 9 плюс 2 на 4, 8, то есть это 17, а тут будет 12. Ну вот у меня будет еще, то есть у меня 3 плюс корни из 2 подходит, да, плюс 2 корни из 2, а следующий будет 17 плюс 12 корней из 2. И так далее, и можно таким образом получать бесконечно много решений. То есть даже обратимых элементов у нас бесконечно много. И никакого, то есть вот в решетке там удобно, потому что у нас есть внутри длины больше единицы нет, а на единице конечное количество, поэтому можем редуцировать к меньшему количеству. А в корне из двух у вас все находится на прямой, и эти числа как-то у вас, числа, которых норма единичка, они могут быть сколько угодно большими. То есть у вас не удается как-то ограничить.
И поэтому очень сложно. То есть как вещественные числа, и числа сколько угодно большие, а норма у них все равно маленькая. Ну вот, в общем, тут вот сложности есть. Поэтому даже чтобы доказать, что это корни из двух эвклидов, надо немножко помучиться. Так что это просто я пока оставлю. Я не знаю, будут ли, то есть, я спрошу Алексея, хотя он что-нибудь рассказать про Ниепеля, возможно, просто будет отдельный листочек про эти уравнения, как их решать и вот доказать, что там... По крайней мере, можно доказать, что за вот эта вот группа, она там циклическая, например, тоже хороший и интересный вопрос, может быть, мы этим займемся. Окей, ну вот это я про примеры поговорил, давайте поговорим, почему действительно работает основная теорема арифметики. Да, собственно, я за оставшиеся 25 минут пробую это доказать. Есть сейчас какие-то вопросы, можно обсудить. Может, что-то осталось еще, что надо. Или понятно? Понятно, что происходит? Более-менее. Ага, хорошо. Да, но я лучше скажу, да, что понятно, что если у меня z корней из трех и не работает от а, то там, на самом деле, если я тут напишу z корней из di, где d больше, чем 3, то все, там уже ничего не работает. То же самое. Примерно по тем же самым соображениям вы пишете примерно такое же равенство. Ну, там, может быть, разные для четных, нечетных. Но, в общем, ничего там не работает. И основная теорема арифметики там ломается. Ну, это отдельный разговор. То есть, что делать, если основной арифметики нет. На самом деле, она там есть в идеалах. Поэтому в какой-то момент, может быть, мы поговорим про идеалы и скажем, что в идеалах все хорошо. И поэтому что-то удается доказать, даже несмотря на то, что основная теорема арифметики не работает, но она не работает, не очень, она ломается, но это не страшно, потому что это числа плохие, а с идеалами лучше работать, поэтому, в общем, что есть, то есть. Окей, значит, я еще раз, я хочу доказать, давайте поймем, что нам нужно доказать. Значит, нам нужно доказать две вещи. Во-первых, я хочу доказать существование. И хочу доказать единственность, но единственность я буду доказывать именно в том, до того утверждения, которое у вас уже есть, то есть до того, что найдется делитель, представим в виде линейной комбинации А и Б. Итак, значит, мне нужно, значит, я доказываю теорему, вот эту вот, мне нужно доказать существование. Сейчас я буду повторять все то, что было в натуральных числах, только на произвольное кольцо. Итак. Допустим, это не так. Ну, я бы доказывал по индукции. Индукцию можно по-разному вести, но я буду использовать, как там, минимальный элемент, минимальное число, для которого утверждение неверно. Поэтому пусть утверждение неверно, то есть пусть есть элементы, для которых нет разложения, и рассмотрим элемент с наименьшей нормой, для которого нет разложения. Пусть x элемент с наименьшей нормой, давайте я тут, может быть, разделю, с наименьшей нормой, для которого не существует разложения. Не существует разложения. Ну, мы сейчас все сведем к... То есть мы повторим то, что было в натуральных числах, сведем все к некоторой лемме, и дальше лемму придется доказывать, используя вот эти свойства. Ну, смотрите, есть два варианта. Значит, посмотрим, на какие делители вообще у x есть. Давайте посмотрим на делители x. Первый случай. У x делители только обратимые элементы и с ним сопряженные. Ну, я еще не буду, то есть, если, например, x это обратимый элемент, то для него есть разложение x равно x, то я не буду смотреть. Ну, то есть, значит, давайте я так скажу, делители x это k со звездочкой и x на k со звездочкой. В частности, если x равно k со звездочкой, тоже работает. Тогда по определению это либо обратимый элемент, либо простой. Тогда x сам лежит в кассе звездочка или x простой. А в этих случаях годится просто разложение x равно x.
Потому что у меня в разложении справа должны быть простые или обратимые элементы, а ну вот у меня это работает. Поэтому этот случай не работает. Через противоречие, значит, разложение есть. Второй случай, когда существует делитель x не из k со звездочкой и x на k со звездочкой. То есть у нас есть какой-то делитель другой. Ну, еще раз говорю, как для натуральных чисел, когда мы доказывали натуральные числа, в арифметике мы говорили, что берем минимальное число, для которого нет разложения. Если оно простое, то все хорошо, единичка, все хорошо. А иначе оно составное, значит, если оно произведение двух чисел меньших, значит, для каждого из этих чисел есть разложение, значит, для n есть разложение. Ну вот, здесь мы делаем то же самое. То есть у нас ситуация такая, у нас есть x, и он разделился на какое-то a, причем a у меня не лежит в кассе звездочкой, и a не ассоциирован с x. Я хочу доказать, что у этого числа норма меньше. Если мы докажем, если норма А меньше, чем норма Х, ну и норма Б тоже будет меньше, чем норма Х, значит, у меня Б тоже не лежит в косвездочке и не ассоциирован с Х, потому что если бы такое было, то тогда бы и я такой был. Поэтому тут я и про и Б может такое сказать. Значит, если у меня норма у обоих этих сомножителей меньше, чем у Х, то тогда для них есть разложение. У А есть разложение какое-то одно, у Б какое-то разложение другое. Ну и тогда мы можем построить разложение для Х, просто перемножив эти разложения. У нас будет какой-то обратимый и потом какие-то простые. Ну, они могут повторяться, это не важно, я тут... Да, я, собственно, не сказал, но и в основной теореме арифметики, когда я писал, понятно, что у нас сомножители могут быть повторяться, просто мне удобство по степени пока я не думаю. То есть, опять получаем противоречие, потому что получили для x разложение. Значит, я должен доказать такую лемму, давайте я ее напишу, что если x делится на a, x не ассоциирован с a, то норма x строго больше, чем норма a. Я хочу вот это доказать. На самом деле. Доказательства. Вот тут вот это все, то, что слева написано, это все повторяется просто примерно то, что было на тройных чисел. Вот это что-то новое, потому что мы здесь будем использовать деление с остатком, на самом деле. То есть мы хотим доказать, что если мы на что-то разделили, то получили что-то поменьше. Ну, из свойства 1 следует, что норма x, она больше либо равна, чем норма a. Потому что если x делится на a, то x равно a на b. Норма ab, она больше равна, чем норма a. Это есть свойство 1, а это есть норма x, потому что это x. То есть это просто свойство 1. Я хочу доказать, что равенства не бывает. Поэтому я просто предположу, то есть я опять же буду доказывать противному, предположу, что есть равенство и приведу к противоречию. Значит, пусть у меня это вот... То есть получилось такое, что норма АВ равна норме А. Я хочу доказать, что тогда B обратим. То есть, B обратим, поэтому X будет ассоциирован с А. Ну, смотрите, у меня есть норма АВ, я знаю, что норма АВ равна норме А. Первому условию это никак не противоречит, поэтому я должен привести противоречие со вторым, с делением с остатком. Ну, делить АВ на остатком бессмысленно, потому что АВ это А умножить на Б. Поэтому мы сделаем хитрый трюк. И разделим а на b с остатком. У нас больше ничего не делается делать. Поэтому мы разделим а на b с остатком. Разделим а на аб с остатком. Ну, давайте напишем, что получится. Значит, это а... Мы, получается, ABQ плюс R, где либо R равно нулю, либо норма R строго меньше, чем норма AB.
Я утверждаю, что ни то, ни другое быть выполнено, и оба случая приводят к противоречию. То есть не может быть ни R в нулю, ни норма R строго меньше норма V. Давайте я тут напишу покрупнее, чтобы было понятно, что ничего из этого не работает на самом деле. Ну, если... Ну, давайте я спрошу, почему... Значит, давайте R в нулю, например, что быть не может. R в нулю — это значит, что A равно... А равно АБ умножить на Q. Так, сейчас дайте на маркер, который пишет. Почему это плохо? Кто не понимает? Потому что БК равно единице, а БК не обратим. Да, значит, БК равно единице, отсюда Б обратим. И отсюда получается, что А сыграно с АБ, которое Х, а мы предположили, что это неверно. Получаем противоречие, да? Так, сейчас давайте попробуем. Хорошо. Значит, случай разобрали. Теперь, почему не может быть такого, что норма R меньше, чем норма АБ. Давайте я аккуратно все напишу. А что такое R? R — это у меня А минус АБК. Правильно? Я взял и перенес в правую часть. То есть это А умножить на 1 минус БК. И так как у меня R не 0, то БК не равно 1, то есть это все не нулевые элементы. Я могу такое написать. Я могу написать, что N от R это которое n а на 1 минус bq, оно больше или равно, чем норма а. По, опять же, первому свойству эвклидовости. А это меньше, чем норма аб, которая равна норме а по определению. То есть по вот этому свойству. Ну вот получаем, что норма а меньше строго, чем норма а, это противоречие. То есть второе свойство тоже не может, то есть второй случай тоже не может реализовываться, потому что у нас не сошлось. Ну все, значит, у нас не может быть такого. То есть, если мы делим А на АБ с остатком, то не может быть такого, что... То есть не может быть такого, что норма АБ равна норме А, потому что если мы делим А на АБ с остатком, у нас ни один из вариантов не работает. Поэтому лемма работает. Значит, если у меня х делится на х не равно А, то норма х строго больше, чем норма А. Ну и значит, я могу апеллировать к тому, что если норма поменьше, то числа раскладываются. Поэтому разорение существует. Ура, мы доказали существование. Это вот было немножко сложнее, чем внутренних чисел, но тем не менее все работает благодаря тому, что мы предусмотрительно предположили, что у нас при произведении чисел нормы не уменьшаются. Так, ну единственность нужно еще доказать. То есть на самом деле мы хотим доказать, что для любых АБ не нулевых найдутся такое x и y, а также общий делитель d, что ax плюс by равно d. Ну, мы просто применим алгоритм Евклида. Давайте я напишу, как он выглядит. Опять же, доказательство будет слово-слово повторять натуральные числа. Ничего другого не будет. Мы запустим алгоритм Евклида. То есть мы что делаем? Разделим А на B с остатком. Ну, давайте я тут напишу там Q0, R1. Потом разделим B на Q1, B на R1 с остатком. Будет R1, R1, Q1 плюс R2. Потом разделим R1 на R2 с остатком. Получится R1, R2, Q2 плюс Q3 и так далее. Ну, в какой-то момент, значит, алгоритм закончится, если у нас разделится на число. То есть делим остатком, пока не закончится. Хочется для этого алгоритма доказать следующее утверждение. Первое, что алгоритм Евклида закончится, остановится. Второе, что Rn — это общий делитель А и Б. Третье, что Rn представляется в виде линейной комбинации AX, то есть существуют такие x, y из нашего кольца,
что Irena это X плюс Y. Если мы это докажем, второе и третье, то гасс-единство будет закончено, поскольку вот мы нашли общий делитель, даже будет наибольший общий делитель, как будет понятно. То есть он наибольший общий делитель в том смысле, что это будет общий делитель с наибольшей нормой, который делит А и Б. Но для доказательства это не нужно единственности, но тем не менее, конечно же, это говорит, Евклид будет работать, чем от натуральных чисел он отличаться не будет. Ну, давайте все эти утверждения докажем, они довольно простые. Значит, то, что алгоритм Евклида остановится. Почему это так? Ну, это следует из того, что деление с остатком работает, а именно у нас норма R1, значит, норма B, она будет больше, чем норма R1, больше, чем норма R2 и так далее. Ну, значит, каждый раз у нас норма уменьшается, все нормы — это не отрицательные целые числа, поэтому за не больше, чем за n от b шагов алгоритм закончится, становится. В какой-то момент у нас разделится нацело, иначе у нас будет норма уменьшаться бесконечно, такого не бывает. То, что Rn — это общий делитель А и Б, ну, опять же, доказан индукция по n, ну, по вот этому индексу, у нас, сейчас, что мы доказываем в индукции? Мы хотим доказать, что, ну, давайте я напишу сейчас, наверное, только нужно писать какое-то такое лучше, давайте напишу полное утверждение. Индукция пока доказываем, что общие делители РК и РК плюс 1 такие же, как и у пары АБ. Я хочу доказать, что если я беру общие делители А и Б, они такие же, как у Б и Р1, такие же, как у Р1 и Р2 и так далее, как у Р-1 и Рн, а у Р-1 и Рн есть общие делители Рн, значит, и общие делители А и Б. Ну, как мы это делаем? У нас, ну, смотрите, если у меня, вот, возьмем первое равенство. Если у меня А делится на Х, так, Х у нас тоже где-то есть, да? Но если А делится на Z и Б делится на Z, то очевидно, что Р1 делится на Z. Если R1 делится на Z и B делится на Z, то очевидно, что A делится на Z. Поэтому множество делителей у A и B такие же, как у B и R1. У A и B делители A и B — это то же самое, что делители B и R1. Это то же самое, что делители R1 и R2 используем следующее равенство. То же самое, что делители R2 и R3, если используем следующее равенство и так далее. Значит, по индукции доказано, что то же самое, что делители, общие делители Rn-1 и Rn, а это просто делители Rn, потому что R1 на Rn делится нацело. Поэтому, в частности, Rn является общим делителем А и Б. И даже видно, что этот делитель делится на все остальные делители, поэтому это не просто общий делитель, который в некотором смысле наибольший, да, что он делится на все остальные. Ну и отсюда следует, что у нас наибольшей нормой. Вот. Ну и третье свойство тоже доказывается по индукции, а именно вы просто говорите, что еще хотите доказать, что Rn — это линейная комбинация А и Б. Ну, вот это доказывается тоже по индукции, а именно R1 — это линейная комбинация А и Б, а дальше вы берете на каждом шаге число, которое будет на новый остаток, это будет линейная комбинация линейных комбинаций. То есть, например, R2 — это B минус R1 Q1, но раз R1, R1 — это представляется в виде линейной комбинации А и Б, значит, R2 представляется линейной комбинацией А и Б. Значит, если RK равно axkt плюс bykt, а rk плюс 1 равно axk плюс 1 плюс byk плюс 1, то значит rk плюс 2, которое rk минус rk плюс 1 на qk плюс 1, это будет какая-то линейная комбинация, ну даже понятно какая. Значит, мне нужно взять xkt и вычесть
xk плюс 1 на rk плюс 1, и все это умножить на а, k плюс 1, то есть, да, и прибавить yk минус yk плюс 1 на k плюс 1 умножить на b. Поэтому по индукции доказываем, что если два элемента представимы, то значит, что у нас тоже представимо. Ну, значит, так по индукции доказываем, что rn тоже представимо в виде каких-то ax плюс by. Вот. Значит, мы доказали, что, во-первых, логарифм остановится, во-вторых, у нас есть последний элемент, здесь будет общий делитель, и он является линейной комбинацией а и b. Значит, вот мы доказали утверждение, которое нам нужно для того, чтобы вывести из этого единственность. Вот это вот лемма Евклида называется, да? То, что называется лемма Евклида. Ну все, значит, мы доказали единственность, все, хорошо, значит, теорема арифметики работает. Так, есть ли какие-то вопросы? Не отрицательные. Да, отрицательные целые числа, да. И эта норма может быть любой. Ну, как мы зададим норму, мы можем называть ее как угодно. Конечно. Не, главное, что вот, ну смотрите, да, ну опять же. Смотрите. Да, вот главное, чтобы выполнены эти два свойства. На самом деле, ну, я не знаю, нужно ли это про это говорить. То есть. В качестве факта без доказательства могу сказать, что первое свойство вообще можно выкинуть. То есть, если у вас есть кольцо и выполнено только деление с остатком, то на самом деле можно норму подкрутить, чтобы первое свойство тоже было выполнено, даже если оно не работает. То есть первое свойство, оно на самом деле несущественно, но это как бы мне нужно отдельно 15 минут доказывать. Это немножко абстрактная теорема, ее, наверное, то есть это можно, ну, я не знаю, это как бы как дополнительный факт можно, или как задача звездочку можно подумать. То есть, главное, чтобы было выполнено деление с остатком. Вообще норма может быть любой. Как я сказал, у нас основные примеры, это значит, для целых чисел просто модуль, для многочленов степень, а для вот всяких чисел, добавления комплексных чисел, это просто модуль в квадрате. А для чисел, когда мы выделяем вещественные корни, это модуль вот этой вот домножения сопряженная. Но в целом, конечно, тут вообще никаких ограничений нет. Главное, чтобы вот это работало и все. Окей? Да, ну понятно. То есть вы, еще раз, почему я тут использую натуральные числа, а не просто говорю, что здесь какой-то там есть. Ну, то есть, зачем мне нужны натуральные числа, зачем мне нужно сложение и умножение? Тут вроде нигде сложения и умножения нет. Но дело в том, что у вас норма на комплексных числах, которая норма z равна модулю z в квадрате. Ну, у нее, конечно, она более красивая, потому что на нее, например, выполнена еще мультипликативность. И она не просто, то есть, как бы не просто какие-то числа, которые там упорядочены, а у нас еще выполнены какие-то красивые свойства. И это помогает, во-первых, понимать, какие числа простые, если у вас есть такая норма, и строить разложение. Да, используя разложение натуральных чисел, можно, используя вот эти факты, можно понять, какие числа простые, какие нет. Но вот это, я так понимаю, следующий сюжет. То есть мы доказали, что если на теореме арифметики, например, в гауссовых числах Эйзенштейна, и хочется из этого что-то извлечь. Во-первых, надо разобраться, какие числа теперь простые, какие нет. И ну, вот можно уже говорить про какие-то диофанты уравнения, например, там, выписать себе фигуру тройки или доказать, что теорема Ферма великая не равна для n равно 3. Это все строится из основной теоремы арифметики для вот таких колец. Но вот это в следующий раз вы, наверное, займетесь. Окей, все тогда на сегодня. Если больше вопросов нет.